я жду того, что как минимум люди, которые придут на это выступление, будут не в сильном шоке от наших песен. Потому что, как мы уже поняли, это будет выступление на открытом воздухе. Впервые в практике нашего дуэта акустического. Необычный формат для нас. Надеюсь, что все пройдет хорошо, гладко, и люди останутся довольны. Мы останемся довольны, мы уже довольны тем, что мы приехали, тем, что мы увидели в Николаеве. Мы увидели Николая впервые. Так мы не видели его никогда до этого. Мы погуляли отлично, мы посмотрели интересные места. Это город Адмиралов, Харабелов, Адмиралов, крафтового пива. И очень жаркий летний город. Меня лично меня это очень порадовало. О, мама, не рыдай. Свободной будет и радок, и знай. Когда навек прогоним англичан. Я спрячу наш чувак. Лукомер борода зажигает города. Смотри сюда. Самый важный объект города, да? Сейчас уже 8, да, лет в группе? Да, вот в ноябре 8 лет. Прикольно. И вы вдвоем из первого состава? Да. Все, да, да. Без перерыва вытекал. Да. Еще басист наш ушел. Да, вот даже басист, который сейчас, он с первого состава, потом он ушел, а сейчас вернулся к нам. Семки, какое самое-самое крутое выступление у Хансерс на памяти? Фестивальное по любасу вот на Республике последнее. Это просто, ну вот скоро будет видео, там можно будет оценить весь масштаб и энергетику этого места, когда у нас два раза полностью врубало электричество, и вообще все выступление могло накрыться, чем... но люди не расходились, люди стояли в зале, люди пели песни наши, и это очень было мощно. Это за 8 лет, вот самое-самое-самое. Ну, фестивальное, да, пожалуй, да. А концерт, на самом деле, у нас в таком малкугаре сюда проходят, что трудно что-то вспомнить. Да, у нас просто всегда хорошо проходит. А какой-то самый-самый отстойный? О! Это самое отстойное, наверное, самое первое выступление. Нет, второе выступление, Днепропетровске наше. Это было 12 человек, это антирекорд. Вот. Но зато после этого концерта один из основателей группы Алба Губра решил создать эту группу. Поэтому не зря скатались. Я вспоминаю погибших друзей. Пирс Кларк, Диар Майкзин, Джонс и Финлей. И в час, когда Коннери крикнул «Ура!». Что вам рассказывать, лучше пойдемте покажу. Чисто ради протокола, который записывается на камеру. Сейчас я верну дикцию себе. Я отрежу. Главное, чтобы не дикцию. Темное пиво здесь говно. Хорошее. Хорошее, но говно. В тех пабах бармен вам бесплатно нальет. Там свежее пиво на ветках растет. Заверните меня в одеяло, ведь встать я уже не смогу. Ведь скоро я буду далеко отсюда, там, где играет скрипач на лугу. Вы ездили за границу выступали? Ну вот в Польшу вот ездили, где-то, в Мюнхене. И планируем еще, у нас просто большая проблема, у нас поехать куда-то, чтобы всем взять на работах подгул или отпуска, это
очень трудно. У нас вот должна была в октябре поездка быть. Но обломалась, потому что, допустим, басист и гитарист не могли поехать. Сейчас вот стараемся делать в апреле выезд, то есть у нас там планируется Польша, Чехия, Венгрия и Словакия. Но опять же, все так еще. Ну, будешь стараться. У них была фишка, они привлекали других посетителей именно вот этими аутентичными историями моряков, которые, вот, чем смешнее ты рассказываешь, чем смешнее ты расскажешь, тем больше тебе наливали. То есть, типа, если ты хочешь нажраться, то тебе нужно реально, даже если история не слишком смешная, то додумать и усмешнить ее таким образом, чтобы, блядь, весь паб валялся. И так зарождался стендап. Потом ирландцы в Бостон привезли его в Америку, и в Америке он уже через нигеров получил уже свое развитие как таковое, он раскрылся как жанр. Поэтому, типа, позиция дринкер, да, она очень давно существует. Ну да, как таковая. Искал, да. Там солнце заходит. Не очень. Где солнце? Давайте покажем. Там. Ручка, как эти солнышки. Хотел бы. Зовут немцы очень зовут. Там у них есть сеть пабов, типа ирландских. И они, в общем, там нас крутят постоянно сюда. И плюс у них есть своя типа интернет-радиостанция, тоже немецкая типа пап. Айриш, они тоже под нас крутят. Они нас очень хотели привезти к нам, типа делать сеть поступления. Но это очень долго все. Нет, почему? Нет, ну, максимум можем выбраться на одну неделю. Считается тот, который должен в каждом пабе продаваться какое-то определенное пиво, которое не продается больше нигде. Я знаю, что в Дублине паб считается пабом, если там хоть раз подрались футбольные фанаты, группировка с группировкой. Ну, типа, хуже, если была знаю. Такая масштабная драка, когда паб разнесли, его пришлось заново строить, то типа вот теперь это паб. Типа такая хуйня есть. Ну, я опять-таки не претендую, что это правда, просто такая утка существует. Ты какой-нибудь город в Украине, в котором вы еще не были? Из областных центров? Есть. Луцк. Сумы. Симферополь. Симферополь. И уже не будем. Полтава. Что-то пытались. Полтава у нас что-то постоянно слетает, что-то разговаривается. И Херсон. Когда на улицах погаснут фонари, и ночь вступит в права. Зайди в магазин, литр искаря возьми, вообще не сразу два. И мы гуляем до утра, а хэт воздух сводит бастарда с ума. Гитара, флейта, кореша, и жизнь хороша. Добавляем только вторую часть. Ну, можно 14 поменять? Давай, посчитайте, чтобы не было скрыть. Позабор за... А, кстати, пиво на асфальте. Это очень сильный класс. Да. Всем, всем героям, которые пали в борьбе за независимость своих стран. Твой голос, Ирландия, мать, не раз нам пришлось за тебя воевать. Но под звуки волына мы били врага, за землю родную, за Эрин Гобра. Как вам Николаев? В этот раз вы немножко больше узнали про Николаев? Намного больше, чем за все предыдущие разы. Отличный город, очень нравится. Вернулись в лето, можно сказать. После Киева, да? Да. Здравствуйте, молодой человек. С праздником. Николаев вторую неделю, вторые выходные празднуют День города. Все это так шикарно. Сегодня будет большой концерт на Соборной площади. Такое ощущение, что весь город сейчас на улице Соборной. Ну, это все здорово, классно, радостно. Такой движ.
лет на... Скажите, пожалуйста. Спасибо. Пока. Привет! Все знают, что в Одессе есть улица Дерипасовская. Все, кто были в Одессе, по-любому были на этой улице. Но не каждый знает, что в Николаеве есть дом, в котором жил Иосиф Дерипас. Вот этот дом. Еще у нас в Николаеве есть вот такой вот трамплин. Короче, дети затянули меня в приключения. Время приключения. Вот где лезть. Нашла. Можно возвращать. Диван же. Блин. 300 листов. Ого. Но тут я вообще тут, я тут понял, темно. Я Thank you.